Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Сегодня мы с Илзаней гуляем по Юрмале. Юрмала в переводе с латышского – взморье. Чао-чао, мы с Юрмала, Илзень. Мы в Юрмале. Холодно сегодня. Это латвийский курортный город, протянувшийся почти на 32 километра по берегу Рижского залива. В 25 километрах от столицы Латвии, Риги. Современный город сложился из череды курортных, исторически рыбацких поселков, со временем объединившихся. Илзаня показала мне сегодня парк Рагакаапа. Он расположен в восточной части города Юрмала, к западу от устья Лелупы. Его общая площадь 84 гектара. Рагакаапа представляет собой преображенную ветром стену дюн длиной 800 метров и шириной 100 метров. Экотропа Рагакаапа состоит из четырех отдельных троп. Сегодня мы с Илзаней проходим по одной из них. На территории природного парка находятся очень старые сосновые насаждения, возраст которых достигает аж 340 лет. Это место включено в список охраняемых территорий Европейского Союза «Натура-2000». В 2000-е годы дачами и квартирами в Юрмале обзавелись многие состоятельные россияне. Это целая колония, по существу третья волна эмиграции. Здесь заселились предприниматели средней руки и богатые люди, которые ищут в Латвии тихое и комфортабельное место для жизни. По взморью любят гулять и дышать свежим воздухом не только они, но и местные юрмальчане, рижане и вообще латвийцы. Город известен своими деревянными приморскими виллами, санаториями советских времен и длинным песчаным пляжем. А в самом центре Юрмалы, на улице Йомас в Майоре, всеми излюбленный променад. Сегодня воскресенье, и по этим временам я бы сказала, что народа в Юрмале достаточно. Давайте мы прогуляемся вместе со всеми. Thank you.
città di Bari, non ha rispettati, ci hanno rotto il cazzo, allora ha detto che мы очень замерзли, пока гуляли по взморью и по городу, поэтому решили погреться и полакомиться узбекскими блюдами и попить горячего узбекского чая в ресторанчике прямо на променаде. Мы будем пить чай узбекский, мы с Илзами будем пить с настоящих пиал. В узбекском ресторанчике. Вот так. Мы совсем заняты. Алисиус. Каждый скотт из. Мы садись в успедовать о узбеку зубы. She's be Langman? Langman, yeah. Langman. Подпишитесь на мой канал, смотрите, гуляйте вместе со мной, узнавайте новое и наслаждайтесь жизнью. Ваша зажигалочка.